Антикор провел серию задержаний в структурах Министерства чрезвычайных ситуаций. Подозревает в получении взяток председателя комитета противопожарной службы, а также двух начальников ДЧС в Шымкенте и в области ЖТСУ. Все они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство их деятельности в сфере противопожарной безопасности. Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 миллионов тенге. Подозреваемые задержаны, начато досудебное расследование. Борцы с коррупцией считают, что помимо постоянных незаконных вознаграждений, глава комитета покровительствовал одному из руководителей ДЧС по области Улутау. Разумеется, не бесплатно.